Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего? Ибо нет такого, как он на земле, человек и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его возбери. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказу, лютую от подошвы ноги его по самое теле его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал: ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а слово не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях: Елифаз Темнитянин, Вилдад Сафиянин и Сафар Наамитянин. И сошлись, чтобы идти вместе сетовать и утешать его. И сидели с ним на земле 7 дней и ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. По многу времени сказала ему жена: доколе ты будешь терпеть, сам ты сидишь мради червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, которые ныне удручают меня. Но скажи некое слово Богу и умри. После того открыл Иов уста свои и проклял свой день. Погибни день, в который я родился, и ночь, в которой сказано: зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Ночь та да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. Для чего не умер я, выходя из и не скончался, когда вышел из чрева? На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигла